Хорватии 8 национальных парков. Наиболее популярными у туристов являются парки с водопадами. Таких парков только два. Это Плитвицкие озера и КРК. Сейчас мы едем на туристском автобусе в парк Плитвицкие озера, который является одной из достопримечательностей Европы. Этот парк получил статус национального в 1949 году. Парк включает 16 озер, окруженных лесами и связанных друг с другом водопадами. Парк занесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Места общественного питания и отдыха. Переезжаем автобусом в национальный парк КРК. Здесь 7 красивейших каскадов водопадов. Парк расположен недалеко от города Шибеник, вдоль долины реки КРК. Имеет площадь около 100 квадратных километров. Он стал национальным в 1985 году. В реке обитает 18 видов рыб. Самый большой и красивый водопад – Скрадинский бук. Парк КРК – одно из красивейших мест Хорватии. Фантастически красивый парк находится на одноименной реке и представляет собой каскад водопадов и озер. Горная река КРК снабжает пресной водой город Шибеник и его окрестности. Приехать в этот парк из Шибеника можно легковым автомобилем или автобусом.
парк можно также приехать и катером по спокойному участку реки Кайрка. Это самые красивые и наиболее посещаемые водопады Скрадинский Буг. Температура воды реки всего на 1-2 градуса ниже, чем море.